К нам приехал Kia Stinger 2 литра турбо, и мы из штатной системы, начиная от штатных фланцев, преобразили в выхлопную систему. И теперь она выглядит вот так. Здесь стоят заслонки, здесь стоят банки под заслонки с двумя режимами. Один тихий, штатный, другой громкий, раскрывающий всю мощь и весь потенциал автомобиля. Обязательно прокомментируйте, как вам этот выхлоп, потому что выглядит он обалденно. Он просто сияет. Все выполнено на аргоне. Три специалиста в течение 2 дней старались для того, чтобы владельцу максимально понравилось. А вы, как судьи, оцените это, пожалуйста, напишите в комментариях. Погнали слушать и смотреть. Mm-hmm.